Итак, друзья, подписывайтесь на канал Артема. Артем рассказывает совсем про другую Испанию, честно, откровенно. Поэтому, ребята, переходите по ссылочке и подписывайтесь на его канал. Ссылка будет в описании и в первом комментарии. Проходите и подписывайтесь. И смотрите и слушайте про немного другую Испанию. Так, водички накопили. Отлично, что-то автодом гудит. Вот. Так что Эльче, ребят, тоже такой город. Не сильно крутой для парковок. Может, конечно, есть. Просто, видите, надо все искать. Ребята, такие моменты. Фух. Так, теперь назад двигаемся. Вот так. Пылища какая. Так, надо еще тут рулить, никого не задеть. Не встать. Ни хрена. Вот, ребят, это минусы большого автодома. Хер проедешь. Бывает. Ну вот большие городочки такие. Хотя Эльче не такой же большой город, но все равно город нормальный. Поэтому видите, иногда хрен найдешь еще. Поэтому вот такие вот минусочки есть. Где-то бывает нормальные паркинги сразу, а где-то вот. Я, кстати, да, ребят, я вспоминаю, что в Эльче я на автодоме не ездил. Мы жили там в Тревехе. Я ездил в этот город на легковой, поэтому на легковушке мы находили парковочки разные без проблем. Так, видите, так вот, я, кажется, здесь сегодня свободный был, я здесь встал, видите, все занято, сегодня рабочий день. Так что я, наверное, не сильно хорошего времени выбрал для путешествий. Все, друзья, выезжаем. Хорошо так, ребята. Ни дождя, ничего. Не холодно тут. В каких-то местах тут буксанешь нафиг вот так вот, если был бы нолик. Или еще что-нибудь где-нибудь так вот. На брусчаточке. Опа, блин, ну машину как поставил. Вторым рядом, пипец, конечно. Выезжает, даже не смотрит больно. Едет, что не едет. Пипец. Ситроенчик. Так, друзья. Едем, едем, едем. Ой, пардон. Водичку минеральную с газом пью. Так, поехали. Последнюю парковку, если сейчас там не получится стать, все, поеду в Бенидорм. Время уже 7. Я, конечно, лучше к темноте приехал уже. Папа. Папа. Уже по городу катаемся. Люблю я сегодня, конечно, по городу, друзья, ездить. Вот видите, моменты такие разные бывают. Улочки узкие, машинки маленькие, все-таки у меня автодомик такой не маленький. Вы видите, сейчас он когда меня заворачивает, ведет. Такие небольшие улочки. Зарулил я не туда, вот тоже досмотрел до конца, ребята. Заехал так, бывает. Автодом. Ни хрена себе, куда парень заехал. А сейчас всякие эти режимы от евро 5, евро 6. Куда-то вообще на дизель нельзя заезжать. Ну, это, конечно, местных больше касается, ведь туристов мало, все меньше всего этого. Ну, в города вообще нельзя заезжать. На грузовых каких-то уже. Сейчас ведь очень много переносят. Там всякие склады. За город туда вот уже сгружаются товары, а там
уже легковушечки маленькие забирают и развозят. Как двойная такая работа. Так бы раз фуру подъехал куда-нибудь поближе там. Посреднически такие услуги. Через другие машины еще делать. Склады арендовать отдельные. Я их называю перевалочные базы. Стоит новый такой рыночек новенький. Вот что-то строит. Друзья, такие вот районы здесь. Какой-то вот тут торговый, какой-то большой центр. Торговый центр, что ли, даже не пойму, что это такое. А, Кортинглес, ребят, по-моему, Кортинглес, да. Кортинглес, оказывается, ребят, здесь такой. Да-да-да. Так. Пробочка. А видите, даже вечером в город ты не заедешь больно. Друзья. Через 200 метров на перекрестке.
Вот, ребята, у меня впереди автошкола. Учит ездить, видно. Там несколько зеркал. Здесь пробочка. Пробочку попал. Так что, друзья, видите, парковку я уже чуть не полчаса нарасчу, а то и больше. Друзья, сколько у нас тут? Ух ты, 40 минут он уже. Мы с вами катаемся, ребята. Видите, сколько времени прошло? Вот так вот, друзья, можно попасть. Парковку искать. Так что сейчас это, если цементарий будет закрыто, то я поеду, друзья, уже в Бенедорм. Хочешь в автодоме ночевать? Плавный поворот направо. Потом доделаю насосик, чтобы душ нормальный был. А то сейчас пришлось дочку принимать опять с бутылочки. Как помните, да, Вольво ехал. Потому что насос не работает. Видите, все, ребята, ломается. Ну хотя да, у меня есть такая эксплуатация автодома, получается, последние 7 месяцев я в нем жил. Поэтому, конечно, я в нем мылся, все остальное. Поэтому все ломается, понятно. Лезут прямо, лезут, лезут, пипец. Плавный поворот направо. Сегодня, ребята, вы посмотрели, ребята, там Юра в сервисе говорит, автодом — это моя мечта, говорит. Ну, не знаю, все или кто-то не сильно знает, что это такое, какие нюансы, еще денег нужно дополнительно. Если ты купил штуку, понятно, на яхте еще больше, но на автодоме тоже ай-яй-яй. Домик у меня, друзья, пробочки не любят. Хоть у меня коробочка автомат, но пробочки он не очень любит. Вот, ребят, чисто испанский город такой, Эльче. Видите, так вот здесь. Опа-па-па-па. Машин пипец. Не вырулишь, друзья, не вырулишь. О, Эроски, друзья, знакомый магазин Эроски, помните? На севере Испании Эроски был. Что-то здесь я вообще его почти не видел. Оказывается, тоже здесь бывает. Эроски. На севере Испании их очень много. Сан-Себастьян, вот я помню. Тут у
Вот так, ребята, мы почти подъехали, 400 метров. Кладбище, цементерий. Надеюсь, что я там встану. Тут что-то еще часик погулять, через часик полтора уж, наверное, темно будет. Хотя сейчас, видите, ребята, солнышко такое хорошее. Что такое с ним? Что-то идет. Тянет. Не любит, ребята, он сильно. Что-то такое. Так. Пробки. За этим Volkswagen, что ли, едут этот как автошкола, блин. Так, что-то меня сюда ведет. Так, надеюсь, куда, блин, так. В какие тут дальние дали не заеду. О, да, друзья, вот это цементерий, вот эта парковочка, смотрите, вот это нормально, да? О, кстати, здесь никто не стоит почему-то, может, здесь вставать-то нельзя, или можно, вот я тут тоже не знаю, здесь вот сколько есть каких-то ящиков, что за ящики, непонятно, что-то ни одной машины больше нету, странно как-то, да, друзья? Может, здесь вставать или нельзя, хрен его знает. Сплошная, вот. Сейчас заверну. Так. Непонятно, какие-то. Что, друзья, за контейнеры стоят, не знаю. Что это такое? Сейчас почитаю, что написано, ребят. Про это место. А, да, вот, ребят, кладбище точно. То есть новое кладбище. Так. Так, и все, друзья, мы приехали. Пока. Итак, ребята, я прогулялся немного по Эльче. Друзья, Эльче вы увидите в отдельном видео. Прям наберите на канале Эльче и увидите, ребят, видео с ним. Вспотел, друзья. Время у нас сейчас получается уже 9 часов почти. А видите, что здесь творится, ребят? А, светло еще. Вот, надеюсь, сейчас успею уже, наверное, где-то до темноты. Вот, друзья, смотрите, как тут тепло, то есть здесь тепло, светло еще, вот солнце только садится. Сейчас, ребята, я поеду, поставлю навигатор, и мы будем трогаться в сторону дома Бенедорма. Это наш последний город, друзья, так что сейчас я ищу парковку, зачем мне парковку, мне надо сразу искать дом. Так. Так, сейчас мы найдем. Так, где? Так, ну-ка, сейчас найдет, не найдет. Не нашел, друзья. Значит, надо писать на английском. Так. Вот сейчас нашел, ребят, 61 километр мне, друзья. Так, надеюсь, он мне поведет-то по бесплатной. Так, ой, 72 километра, ребята. Ну, сейчас проверю сразу. Платность тогда, бесплатная дорога. Все, ребята, 72 километра мне. Направляйтесь на северо-запад. 45 минут. В общем, надеюсь, что к темноте я успею как раз косну. Так, отличненько. И поехали, друзья. Вот так хорошо сегодня попутешествовали, видите, по нашему день. Активный прямо, не то слово. Да, ребята? Так, и все. Трогаемся. Так. Уезжаем, ребята, мы с кладбища. Валим отсюда. И все. Ё-моё.
маленькое путешествие закончится, друзья. Сегодня, надеюсь. Через часик где-нибудь. Так. Солнце прям садится. Мощное. Очень мощное солнце. Надеюсь, что не стемнеет. И поехали, друзья. Мы из Эльчи едем в Бенедорм. Сейчас Аликанте. В Аликанте, конечно, ребят, наверное, я еще съезжу разочек. Ко мне скоро приятель должен приехать. В понедельник. И мы, наверное, с ним еще в Аликанте прокатимся. Познакомиться поближе с городом. Хотя в Аликанте я много раз был. Но все равно. Городок мне тоже этот очень нравится. Так. Так, вот здесь поток машин-то прям не вырулишь нифига. Пипец. Ёпперсеты, блин. Не вырулишь. Ой, вот чем круги, ребят, конечно, круговые движения такие не очень удобные. То, что прям сложно вырулить бывает. Там едут и едут. И хрен вырулишь. Как вырулил. Поток идет постоянный. Так, мы тут как-то объезжаем. Что, ребята, я делаю без навигатора. Вот сейчас, ребят, мне хоть iPhone спасает. На Samsung я снимаю. Параллельно еще сразу загружаю потом видео на YouTube. Он у меня весь горячий постоянно. А на Samsung хотя можно навигатор включать, пока тут телефончик считай отдыхает. На зарядку сразу его ставлю, чтобы заряжался. Поэтому он такой у меня сейчас, как компьютер работает. Вот посмотрю, у меня компьютер, ребят, не тянет. Получается, MacBook у меня там всего памяти 128, он нифига не тянет. Процессор слабенький, 4К. Посмотрю, вот думаю, должен. Попробую на iPhone снимать. Думаю, ой, iPhone, вот, наоборот. На Samsung попробую снимать, думаю, Samsung должен тянуть. Чтобы показать, попробовать вам видео сделать в 4К. Друзья. Так, зеленый. Зеленый, так. Павиментос Эльча. Погуляем мы в Эльче, друзья. Очень мне нравится этот городочек. Но видите, надо где-то рядом жить, чтобы так хорошенько изучить. Я вот вроде в Бенедорме так покатался, хотя тоже не все. Надо еще будет на Локалу съездить нормально там погулять, где в основном русскоязычных очень много живет. Вот, потом еще, может быть, еще какое-нибудь местечко. Еще, может, и в центр походить. Сейчас посмотрим, может, на Локале еще поснимаю потом. Должен сейчас буду. Выдохну. Хотя мне до Локала-то, ребят, почти 5-7 километров ехать. Но это нормально, на самокате нормально. Недорогая, я туда справлялся тоже. Но сейчас я уже на это время тратить не буду.
Так, и здесь вот у нас тоже, блин, такой поток идет. Опа. Так, быстренько махаем. Здесь, конечно, дороги здесь классные для автодома как раз. Ну, видите, ребята, автодом у меня на русских номерах, поэтому мне только в Россию. Здесь мне можно было бы, если бы я резиденцию получил, одну машину можно учет поставить, автодом, например. Но у меня резиденции нет. А вот, кстати, ребят, магазин Макро, это типа метро. Тоже хороший такой. Вот я в нем, по-моему, раз один был, что ли, вообще даже не был. Вот, потому что они только в больших местах, в больших городах только находятся. Кроме Тарагони он был, но я что-то так в него, по-моему, не заехал. Садится. И вот
понимаю дорогу. Друзья, так что, ребят, сейчас вы смотрите с GoPro. Считай, вы со мной едете, друзья, на автодоме. Я пробовал делать такие прямые эфиры, но видите, еще пока, к сожалению, интернет еще очень плохой. Поэтому вот никак. Будем да так снимать и просто заливать. Хорошего качества. Ну и стрим проводить только, наверное, дома, на одном месте. Потому что на одном месте видеть нормально видно. А когда идешь, прям вообще ничего не видно. Надеюсь, скоро уже будет 5G. И уже будет по-другому совсем все. Санта-Пола, ребята, третий город назывался. Сейчас указатель был вспомнил. Санта-Пола.